Здарова, уважаемые! Давненько разработчики не выкатывали сочных обновлений боевого баланса. И сегодня этот день настал. Присаживайтесь поудобнее, нас ждет просто умопомрачительный обзор баланса. Ну и для начала, как и всегда, с вас царский лайк и подписка на канал, а еще вы можете поучаствовать в розыгрыше премиума в комментариях. Начнем по порядку. Туманный пронзатель Е-скилл Лучезарный Ястреб увеличивает урон этой способности, ну, приблизительно на 18%. Творец энергии. Божественный механизм. Уменьшают каст тайм с 1 секунды до 0,7. Гибельный посох. Е-способность лезвия ослабления. Радиус лезвия теперь будет не 5, а 6,5 метров. Посох обреченность, Е-способность катаклизм, увеличивают дот урон, примерно на 25%. Укротители ярости, Е-способность безжалостное добивание, просто увеличивают урон на стадии 1, 2, 3 и даже без стаков, просто будет наносить больше урона. Все огненные посохи, третья способность обжигающее пламя, уменьшают время каста способности, а также увеличивают ее урон. Все ледяные посохи, В-способность, ледяной обелиск. Уменьшили время каста способности на 0,2 секунды. И теперь баф на урон и уменьшение кулдауна способности внутри обелиска будет работать на 5% сильнее. Шипастые рукавицы, Е-способность, гравитационный коллапс. Порезали урон способности примерно на 20%. Медвежьи перчатки, все та же Е-способность сотня кулаков. Аналогичная ситуация, уменьшен урон. Уменьшен урон как из-за тысячи тех самых ударов, так же отсроченный урон будет наноситься гораздо меньше. На мобов это никак не отразится, а вот в PvP почувствуется. Адские длани, Е-способность дьявольский валун. Вновь увеличивают урон способности, как первого, второго, так и третьего отскока. Кулаки Авалона, очищающая комбинация. Второй удар комбинации, урон будет увеличен примерно на 5%. Неудержимый посох, Е-способность духовное животное. Увеличено общее исцеление, как за одного игрока, так и в принципе исцеление в момент каста. Королевский меч, Е-способность удар полумесяца. Теперь просто Е-способность без стаков будет наносить гораздо меньше количество урона. А вот урон на трех стаках повысится, чтобы компенсировать вот эту разницу урона и чтобы народ мог меньше кайтить и кидать эту способность без стаков. Царетворец, Е-способность могущественный удар, увеличит общий урон примерно на 6%. Парные галатины, Е-способность бездушный поток. Была уменьшена скорость каста с 1 секунды до 0,8 и также тоже увеличивают урон этой способности. Шлем сумеречного ткача, способность паучий нить, снижают кулдауны как и первой, так и второй способности. Первый на 10, а второй аж на целых 5 секунд. Королевский шлем, способность поддержка баллисты. Скорость каста была сокращена, время анимации было сокращено, но и продолжительность стана была уменьшена. То есть попадать им будет гораздо проще. Шапка шахтера, способность песенка рабочих. Теперь будет вешать дебаф, на 50% уменьшает количество наносимого урона аж на целых 6 секунд. Также изменения коснутся абсолютно всей, абсолютно любой тканевой, кожаной, латной брони. Касается это первой способности исцеления ран. Способность полностью переработали и усилили. Теперь первый тик будет происходить моментально, начиная с нулевой секунды. Количество тиков будет уменьшено с 12 до 8, а вот исцеление увеличат с 6 до 9% и увеличит регенерацию энергии с 5 до 7,5%. Также во время поддержания способности можно двигаться с 50% скоростью. Это будет помогать при зачистке подземелья в каком-либо PvE-контенте. Броня хранителя, способность аура бессилия. Теперь будет не кастовой способностью, а поддерживаемым заклинанием, что означает, что ее попросту нельзя будет как-либо спуржить, а владелец может сам ее отменить. А во время поддержания этой способности у владельца будет снижаться наносимый урон на 15%. Стоимость энергии уменьшится с 10 до 8%. Следующее изменение коснется абсолютно всей одежды собирателей. Это касается последней способности на теле. Теперь она не будет давать бафы к скорости сбора, а вот длительность всех вот этих вот способностей будет увеличена.
Плащ еретиков. Теперь дополнительно за кастером будет появляться две ловушки, но продолжительность их действия будет не 10, а 5 секунд. Теперь поговорим о зельях, что же приготовили нам разработчики. Разработчики вводят дополнительный третий тир зелий, то есть раньше он у нас был попросту один, теперь будет второй и третий. И чтобы эти зелья были поистине сильными, они ослабят обычные зелья, те самые, которые были без какого-либо зачарования, чтобы иметь хоть какую-то конкуренцию на более сильные зелья. Также они их переработают. Как, например, зелье энергии теперь будет мгновенно восстанавливать процент маны, а также какой-то процент будет восстанавливать еще в течение 7 секунд. А вот зелья с зачарованием будут дополнительно увеличивать скорость перезарядки способностей. Например, Т2 на 9%, а Т3 аж на целых 30% на протяжении 7 секунд. Вязкая настойка тоже потерпит определенные изменения. Теперь радиус области будет увеличен с 3 до 3,5 метров, но вот если в радиусе 15 метров будет использовано еще одно зелье, соответственно, эффект старого просто развеется и пропадет. Что произошло с зельями ядов, вообще страшно об этом даже думать либо говорить. Теперь радиус каста будет не 9, а 11 метров, что будет кидать его гораздо проще. Отравленный враг будет замедляться на 0,2 секунды каждый раз, когда получает урон, но это не будет работать, если ваша цель находится на коне. Продолжительность яда увеличит с 3 до 4 секунд, частоту тиков уменьшат с 0,75 до 0,5 секунд. На урон яда больше не будет влиять сила способности, а также яд больше не будет снижать сопротивление. Но разработчики компенсируют разницу от этого яда, тем самым просто повысят его урон, чтобы нивелировать разницу с понижением сопротивлений. Ничто не безупречно, и еда тоже пострадает в этом обновлении. Так, например, любая еда, имеющая свойство увеличения либо уменьшения тех самых кулдаунов, сила теперь этого уменьшения будет на 20% слабее, то есть ее прям порежут очень жестко. Еда со свойством увеличения количества максимального здоровья, как, например, сэндвичи, будут усилены аж на 30%. Интересно, кстати, коснется ли это конкретно жареного туманного окуня. Также разработчики меняют параметры устойчивости в игре, тем самым понижают устойчивость любого класса ближнего боя в ЗВЗ-контенте с 50 аж до 40, тем самым снижают их выживаемость, ну чтобы они больше не могли безнаказанно бегать в первых рядах, не прожимая сейвы. Также понижают всю проникающую способность всех тех, кто раньше воевал в ближнем бою, такие оружия как палаши, клейморы, парные мечи, боевые топоры, булавы, молоты, перчатки, копья, даже кинжалы, практически все оружие ближнего боя. Так или иначе, проникающая способность и пробивание вот этого самой устойчивости будет уменьшена. В общем, ссылочку на патч я оставлю в описании под роликом. Если вам интересно, вы обязательно можете пройти, прочитать уже все изменения и посмотреть своими глазками. Ну а вам спасибо за внимание, добра и до свидания! Stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.